Доброе утро, уважаемые дамы и господа. Как всегда, прошу вас дать небольшой фидбэк. Насколько хорошо меня видно и слышно, от 0 до 10, пожалуйста. Качество звука, качество связи. Отлично. Спасибо. Хорошо. Окей. Дорогие друзья, сегодняшняя наша тема в течение следующего часа, что мы с вами, мы обсудим моменты, связанные со Skyway Invest Group, компанией Skyway Invest Group, а также возможности, которые эта компания предоставляет для ведения бизнеса вместе. Учитывая, что у нас с вами сегодня бизнес-мероприятие, извините, есть какие-то непонятные мне технические вопросы с Мирополисом, которые мы решаем, поэтому заранее приношу свои извинения, если буду на каком-то моменте исчезать с экрана. Все в порядке, все нормально, я всегда возвращаюсь. Это нас никогда не остановит от ведения бизнеса, поэтому, дорогие друзья, неважно, что происходит с инструментами, неважно, какие технические вопросы у нас есть, мы всегда добьемся результата. Учитывая, что у нас с вами сегодня бизнес-мероприятие, то есть мероприятие, где мы пришли поговорить по делу, то мы, естественно, просим вас соблюдать определенные правила для того, чтобы все мы смогли, с одной стороны, получить информацию, с другой стороны, ее отдать качественно. Ну, конечно, вы все с ними ознакомлены. Это мероприятие, которое мы, правила, которые мы каждый раз с вами повторяем, но тем не менее, тишина очень важный момент. Очень часто в офисах и в квартирах, и дома один, два, три, иногда несколько людей смотрят один и тот же компьютер, одно и то же устройство, поэтому постарайтесь соблюдать тишину. Если у вас включены входящие звонки, пожалуйста, выключите их, потому что иначе это будет мешать вам воспринимать информацию. Есть такой закон Мёрфи, согласно которому прозвучит телефонный звонок как раз в тот момент, когда вы должны будете получить вот тот фрагмент информации, ради которого вы, собственно говоря, сегодня и пришли. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, сделать так, чтобы обеспечить себе максимальную тишину и максимальный покой. Ну, обязательно, конечно, делать записи, потому что без них у вас ничего не получится. Ну и вопросы. Сразу переходим к вопросам. Почему? Потому что к этой теме. Очень важно понять, что любой вопрос, который возникает у человека, незнакомого с этой информацией, или правильно. Нет неправильных вопросов, нет вопросов каких-то там идиотских, или нет вопросов, за которые нужно стесняться, которые вызывают чувство вины. Если вопрос задан по теме, то здесь как бы мы не решаем вопросы, связанные там, с техническими или юридическими моментами. Сегодня у нас вопросы, связанные с началом бизнеса, как его начать. На эти вопросы мы готовы отвечать сегодня. Если вопросы по теме, обязательно запишите их в процессе вебинара, потому что мы просим их не задавать в процессе нашей работы, запишите их на бумагу, запишите их где-то в стороне, и потом, в самом конце, мы дадим вам место, где вы сможете, время, где вы сможете получить ответы на оставшиеся вопросы, потому что мы уверены, на 99% из них, а может быть и 100%, мы сможем ответить в процессе ведения этого мероприятия. Поэтому, дорогие друзья, не мешайте вопросами, пишите их, пожалуйста,
конце мероприятия. Естественно, что потребуется определенное ваше взаимодействие как в течение первого часа, так и в течение второго часа, посвященного, собственно говоря, ведению бизнеса. Почему здесь на этой сцене Skyway вдруг доктор Илья Анисимов? У меня достаточно большой стаж в медицине, я достаточно обеспеченный человек, чтобы не морочить себе голову какими-то другими проектами с медициной не связанными. Но, тем не менее, есть множество причин, по которым я вкладываю в этот проект свое время, деньги, усилия, эмоции, творческую энергию. А я их озвучу в конце. Сегодня я имею право быть на этой сцене, ну, во-первых, потому что я прошел мастер-профи. Мастер-профи – это не просто курс, который дает вам актуальные на сегодняшнем рынке знания и навыки. Мастер-профи – это курс, который позволяет вам получить от сердца к сердцу дух и миссию компании, что невероятно важно. Я успешный бизнесмен безо всякой связи со Skyway, в том числе тоже. Врач в третьем поколении с более чем 27-летним стажем. А это очень важно, потому что у врачей основная работа – это задавать вопросы. И как раз этому мы с вами будем учиться во второй части. Как правильно задавать вопросы, как вести человека к финансовому диагнозу, для того, чтобы дать ему возможность получить финансовую таблетку или финансовое решение. Еще одна причина, по которой я имею право здесь рассказывать вам что-то за жизнь, за бизнес – это то, что я сам пережил достаточно серьезные моменты в своей жизни, но не просто их пережил, я встал с колен. Вот этот вот момент вставания с колен, это как раз то, чему я могу вас научить. Дело в том, что не важно, сколько раз и насколько глубоко вы падаете. В жизни важно, как вы поднимаетесь, с какой скоростью, насколько быстро. И ваше желание вообще двигаться вперед и подниматься после каждого падения. Вот как раз вот так вот легко, с улыбкой, отряхнув грязь, песок или любую другую субстанцию с ваших коленок, с брюк, джинсов или там колготок рваных и так далее. Кстати, вот один мой приятель произнес замечательную фразу на эту тему. Говорит, друзья, говорит, у кого целые непоцарапанные коленки, я вообще не понимаю, как вы живете, с вами неинтересно. Так или иначе, те, кто живут, те, кто встал с дивана, а сегодня здесь находятся в этой аудитории только те, кто встал с дивана, потому что иначе вы бы не были здесь. Именно эти люди двигаются вперед, делают ошибки, делают свои классные, отличные, иногда болезненные, иногда очень болезненные ошибки. Но тем не менее, очень важно, чтобы вы научились подниматься. Как это делать правильно, мы вас научим. Есть еще один момент, который я бы хотел вам вот дать, так сказать, который я бы хотел вам дать, момент из своей жизни, из своей истории. Прислушивайтесь к голосу разума. Прислушивайтесь к тому, что вы научились, не только к эмоциям, не только к вашим каким-то сегодняшним сиюминутным потребностям. Много лет назад, когда я еще не был финансово образованным, финансово грамотен, один из моих приятелей, который сегодня является владельцем одной из очень крупных инвестиционных компаний, попросил меня создать некий программный инструмент. Дело в том, что у меня есть второе образование, я алгоритмист, программист. Попросил меня создать некий инструмент, который берет данные онлайн из рынка ценных бумаг. Онлайн, ну, это были 90-е годы, это было, в общем-то, начало развития интернета. И задача была не из простых. Но мы это сделали. Мы создали некий математический аппарат, который анализирует состояние рынка ценных бумаг и дает рекомендации по строительству портфеля. Автоматизированные рекомендации, естественно, которые дальше идут в обработку, собственно говоря, человеческую. Так вот, на основе этого алгоритма были сделаны разработки, и на их основе построена одна из крупнейших в мире компаний сегодня по инвестициям, где вход начинается со 100 тысяч долларов. К чему я все это рассказываю? Куда я гребу, как говорят здесь на иврите в Израиле? Я гребу вот к какому месту. Дело в том, что тогда он мне предложил два способа оплаты. Один способ оплаты наличными, другой способ оплаты процентами, будущими процентами с прибыли компании. Ну, я себе тогда сказал, я что, лошара?
я буду на какие-то будущие проценты рассчитывать. Мне деньги нужны здесь и сейчас. Естественно, что те деньги, которые он мне заплатил, я потратил в течение 2 недель, даже меньше. А если бы я согласился на будущие проценты, те мизерные, которые он мне предлагал, я бы сегодня был реальным долларовым миллионером, и не нужно было бы мне вообще пальцем и палец ударять. Поэтому, дорогие друзья, если перед вами есть какая-то опция, возможность заработать сложные проценты на много лет вперед, это очень важно. То есть, когда речь идет о многолетнем проекте, это говорит об его устойчивости. О многолетних планах. Вы же жить-то будете долго, поэтому и зарабатывать будете тоже долго. Если перед вами есть какой-то проект, в котором есть сложные проценты, проект, в котором есть возможность дозаработать, построить свой капитал, и люди там серьезно рассчитывают на многолетний спрос на продукт этого проекта, я вам рекомендую задуматься, не будьте мной, я свои ошибки исправил, поэтому я сегодня в Skyway. Ну что ж, дорогие друзья, я вижу, что у нас аудитория для шабата более-менее стабилизировалась, у нас почему-то смотрит нас в интернете намного больше людей, чем приходят на вебинар, хотелось бы больше на вебинаре, потому что только здесь у нас есть возможность общаться, дорогие друзья. Итак, вот Николай повесил опрос. Мы хотим с вами познакомиться. Мы хотим понять, кто сегодня находится здесь первый раз, кто посещает регулярно и приглашает гостей, кто посещает и смотрит один, и те, кто находится здесь первый раз на этом. Первые разы на YouTube. Да, вы абсолютно правы, Александр. Но вот с моей точки зрения, как бы... Лучше, чтобы люди, конечно, приходили сюда, поскольку здесь они здесь, только здесь они получат живое общение. Здесь они могут задать вопросы. Дорогие новички, приходите на вебинар, потому что только на вебинаре вы можете получить ответы на ваши вопросы. В любых других местах я вас не вижу и не слышу. А у нас, в общем-то, круг семьи такой, и мы общаемся друг с другом. Это не односторонняя лекция, мы здесь разговариваем, у нас здесь общение двухстороннее, трехстороннее, которое дает нам возможность чувствовать себя как в семье. Вот Skyway Invest Group – это семья, когда кто-то находится где-то за барьером, за завесой, его не видно, не слышно, ну как можно быть так частью семьи? И еще одна причина, по которой мы знакомимся, не только для того, чтобы поприветствовать друг друга и поговорить друг с другом. Дело в том, что объем информации, который можно давать по теме возможностей, которые предоставляет компания, оно бесконечно. Можно бесконечно разговаривать об этом, потому что опции, которые вытекают из деятельности компании, из инструментов, которые она дает, могут подходить практически любому человеку на этой планете. И судя по составу аудитории, можно будет понять, только так можно понять, какую именно информацию вам давать. По большому счету, еще раз скажу вам, что все эти вебинары, которые мы проводим их не для себя, мы уже все это знаем. Все эти вебинары мы проводим для вас, наши дорогие друзья, гости, инвесторы, партнеры. И вы, собственно говоря, можете помочь нам построить этот вебинар в плане той информации, которую вы хотите получить. Поэтому приходите на вебинары, ибо только здесь я могу вас услышать и откорректировать линию ведения того или иного вебинара в соответствии с вашими потребностями, для того, чтобы вы получили ответы на ваши вопросы. Welcome, добро пожаловать, на борт транспорта в будущее. Вот один из моих спонсоров в другом бизнесе, тоже достаточно крупным, говорил когда-то, ну вот представьте себе с поезда, представьте себе самолеты. Они отправляются по расписанию, ну может быть не совсем, но тем не менее они отправляются безо всякой связи. Купили мы билет на этот поезд или самолет или нет. Самолеты постоянно летают, поезда постоянно летают с нами или без нас. Это очень важно понять. То есть с нами или без нас, то есть с тобой или без тебя, с вами или без вас. Это невероятный транспорт, этот невероятный транспорт в будущее. Он давно уже отправился, он давно уже в пути.
И мы можем единственное, что сделать, заскочить или не заскочить в этот вагон, который мимо нас сегодня проносится уже на очень большой скорости. Действительно, на очень большой скорости. И только мы решаем, запрыгнуть в него или нет. Поэтому, дорогие друзья, мы даем возможности. Вот обратите внимание, сегодняшняя тема называется «Возможности», которые вы будете или не будете реализовывать. Поэтому, дорогие друзья, welcome, добро пожаловать на борт транспорта в будущее. Вот эта презентация – это транспорт в будущее, который потенциально может перенести вас в ваше благополучие, в ваш достаток. И всех нас в чистый, красивый, экологичный мир, в котором никто никогда больше не будет нуждаться, и никто никогда больше не будет дышать грязным воздухом. Добро пожаловать в вашу мечту, в ваш дом, который вы потенциально можете построить со своими руками. Информация, которую вы сегодня услышите, она может перевернуть представление, ваше представление о ваших возможностях. Мы постараемся донести до вас сегодня информацию о том, насколько вы действительно сильны. И вы сможете получить возможность, получить инструмент для создания вашего благополучия, так сказать, молот и наковальню, на которой вы его выкуете. Отделяет нас, естественно, от реализации или нереализации того плана или цели только наше личное желание, вера и неверие. Только мы сами творим или не творим нашу судьбу. Поэтому, дорогие друзья, вера или неверие, только вот эти две грани вашей личности могут приблизить или отдалить ваши мечты и планы, неважно, в каком бизнесе вы находитесь и неважно, что вы затеяли. Поэтому сегодня, вот на тот следующий час минимум, на самом деле два, потому что сразу после этого будет обучение для тех, кто принял решение сотрудничать. Сегодня, вот на следующий час, который мы будем с вами, попробуйте, пожалуйста, оторваться, забыть, вымарать все эти заботы и проблемы в вашей голове, которые вас угнетают. Постарайтесь забыть о том, кем вы, по вашему мнению, являетесь, забыть о том, что, по вашему мнению, вы можете, а что нет. Постарайтесь сегодня себе сделать одну простую вещь – открыть способность мечтать. Откройте в себе сегодня способность мечтать. Вот запишите прямо, прожгите в своей памяти вашу мечту. Ну, а мы сделаем то, что мы умеем делать лучше всего. Мы проложим вам дорогу и дадим ключи от всех дверей. Все коды в ваших руках, они на наших вебинарах. Поэтому, дорогие друзья, как в той хорошей передаче, слушайте и не говорите, что вы не слышали. Сегодня вы узнаете о том, как, поддержав проект «Небесные дороги», вы можете обеспечить себя и своих близких достойными дивидендами, возможно, на много поколений вперед. Вы узнаете, как поучаствовав в этом проекте, как, поддержав проект «Небесные дороги» финансово, вы можете повлиять на ближайшее будущее вашей и ваших детей в том числе, подумайте об этом, на экологию Земли, на технологический прогресс и при этом стать по-настоящему богатыми. Вы сегодня сможете узнать, как получить возможность создать невероятную прибыль, соизмеримую с десятками процентов ежедневно. Вы сегодня сможете узнать о том, как вы можете получить финансовую грамотность, инвестиционное образование и обучение по личностному развитию премиум-класса. Очень важно понимать, от людей, заинтересованных в вашем успехе. Мы не продаем образование ради образования. Мы даем вам возможность подключиться к системе знаний, которая может полностью перевернуть ваши возможности. И вы можете стать действительно преуспевающим, преуспевающей человеком. Сегодня вы узнаете также о дополнительных некоторых экстра бизнес-возможностях со Skyway Invest Group. Как любое великое дело, это также начиналось с истории, с определенной, есть большая длинная история у Анатолия Эдуардовича Юницкого, история упорства, история терпения, веры, мужества, падений, взлетов. 40 лет в голове инженера Анатолия Эдуардовича Юницкого возникла совершенно на тот день сумасшедшая идея. Вы как раз видите рисунки, с которых все начиналось.
вот они послужили началом вот этого вот долгого и трудного пути. Анатолий Эдуардович Юницкий, вот этот уникальный человек, он не сдавался ни год, ни два, и ни три. 40 лет хождения по инстанциям, убеждения оппонентов в своей правоте, расчетов, разработок, моделей, попыток инвестирования. Когда задают такой смешной вопрос о надежности того, кто руководит проектом, ну вот задайте себе такой вопрос, чисто теоретически. Вот каждый из вас, вот вы конкретно, были бы готовы 4 десятилетия, 40 лет добиваться рождения своего детища, своей идеи. Ну, даже если это ваша главная идея жизни, 40 лет. Большая часть отвечает людей для себя внутренне, конечно же, нет, поэтому уникальность этого человека позволяет нам полностью рассчитывать на его преданность этому делу. Сегодня, в принципе, уже никто не из грамотных инвесторов и инженеров, ну и обычных людей, не сомневается в том, что он пощупал, да, и вот этот вагончик, который он пощупал и в котором он прокатился, действительно существует. Сегодня уже все прекрасно понимают и экологические преимущества, и экономические преимущества, о которых мы будем говорить чуть позже, ну и реальность этого проекта тоже. Анатолий Эдуардович Юницкий человек уникальный. За свою жизнь он явился автором более чем 140 изобретений, продолжает увеличивать их количество, более чем 18 монографий. Что такое монография? Это вот, ну, тот, кто учился, да, есть учебники. Вот учебники, они вот похожи по объему на монографии. Вот 18 таких учебников этот человек выпустил. Более чем 200 научных работ серьезных, 200 научных работ. Это изобретатель неракетной транспортной системы для освоения околоземного космического пространства. Это член Федерации космонавтики СССР. Это член Общественной Российской Академии Естественных Наук. Вот такой необычный человек является... Вот такой необычный человек является автором и руководителем вот этого невероятного проекта. Но сегодня речь не только о нем. Об Анатолии Эдуардовиче Юницком можно говорить бесконечно. Это уникальный человек. И то, что он делает и как он делает, тоже уникально. Сегодня наша задача, учитывая, что время встречи ограничено, сегодня наша задача больше поговорить о Skyway и Skyway Invest Group. Так вот, Skyway, уникальный транспорт Skyway, струнный транспорт Skyway, разработанный Анатолием Эдуардовичем Юницким при финансовой поддержке. Это очень важно понять, что такое финансовая поддержка. Сегодня для того, чтобы реализовать любой проект с бумаги и до реального объекта, требуются, естественно, деньги. Поскольку необходимы материалы, необходимы разработки, необходимы помещения, необходимы люди, необходима куча разрешительных документов. Вот как раз Skyway Invest Group, руководимый Андреем Федоровичем Ховратовым, как раз этими вопросами и занимается. Так вот, Skyway на сегодняшний день является самым экономически выгодным, самым экологически чистым и самым безопасным методом транспортировки пассажиров и грузов в мире. А теперь в цифрах о том же самом. Skyway на всех этапах строительства и эксплуатации в общем и целом в 20 раз дешевле поездов на магнитном подвесе. Skyway в 20 раз меньше загрязняет окружающую среду, чем автомобильный транспорт, и приводит к практически нулевому уровню дорожных происшествий, сохраняя при этом, как вы понимаете, миллионы человеческих жизней. Уникальность Skyway не базируется на каком-то одном маленьком изобретении, которое там можно где-то скопировать или переделать и так далее. Нет. Уникальность Skyway базируется на комбинации множества патентов и изобретений.
Струнные технологии Юницкого, основная их особенность в том, что они поднимают транспорт над дорогой, оставляя жизненное пространство нам с вами, людям, животным и растениям. В сегодняшний день области применения расширяются ежедневно, практически еженедельно мы слышим о каком-то новом дополнительном транспорте. И ну вот флагманом является, скажем, Юнибус, это международный и междугородний транспорт, который передвигается со скоростью 500 км в час, перевозя при этом пассажиров и грузы между городами и странами. Средние скоростные трассы используются в городах. Это и пассажирские, и грузовые перевозки. Такие вагончики украсят любой мегаполис и решат проблемы трафика перевозками между высотными зданиями. Здесь есть и бирельсовые, и монорельсовые юникары и юнибусы разной вместимости, которые в среднем развивают скорость 120-150 км в час и безопасно провозят сотни тысяч пассажиров в течение дня по каждой трассе. Есть также еще одна разработка внутри этой же темы, городской и пригородной темы. Обратите внимание, что этот транспорт, он расположен над дорогой. Он не нарушает существующую инфраструктуру. Он ее дополняет. На сегодняшний день дополняет. Есть так называемый юнибайк, это транспортное средство, которое, наверное, в будущем заменит персональный автомобиль благодаря своим уникальным качествам. Следующая отрасль применения – это море, морские перевозки, точнее порты, причалы, автоматизированные портовые погрузочно-разгрузочные терминалы, которые позволяют доставлять грузы в те места, где раньше это было невозможно. И благодаря тому, что ниточки Skyway могут тянуться в море до 10-15 километров и до 50 метров под трассой, под самой трассой, под морского шельфа, собственно говоря, воды, то создается возможность перевозить грузы в экологически интересные места, не нарушая при этом геобиоценоз, не разрушая морской шельф. Вы прекрасно знаете, вот те, кто живут в портовых городах, вы прекрасно знаете, что экология там разрушена полностью. Вы прекрасно понимаете, что вот эти невероятного размера молы и вот эти бетонные все остальные сооружения разрушают всю прибрежную среду. Не нужно теперь проводить дноуглубительные работы. И таким образом можно, с одной стороны, спасти большое количество территорий от разрушения, от строительства портов, и с другой стороны, доставлять грузы практически в любую точку планеты. Представляете, как это может быть интересно практически любой стране с морским выходом. Грузоперевозки по пересеченной местности, по пустыням, с достаточно высоким уклоном, по заболоченным местам, по разного рода труднодоступным местам. Это может быть интересно практически для любого государства, для любого места, потому что появляется возможность доставлять любые грузы, то есть жидкие, сыпучие, штучные грузы, грузы, которые требуют специальной температуры, потому что контейнеры сохраняют и температуру заданную. Соответственно, контейнеры с экологически опасными грузами могут перевозиться экологически опасные грузы могут перевозиться в контейнерах со специальной многослойной защитой, с контролем, стыкуются с любым видом транспорта, с железнодорожным, с автомобильным, с судами и так далее. То есть вот эта вот невероятная грузовая разработка позволит полностью поменять вообще всю структуру грузоперевозок и делать это экологически чисто, делать это быстро, делать это без разрушения ландшафта и доставлять грузы в ранее труднодоступные территории. Естественно, что основное направление, ради чего, собственно говоря, Skyway развивался, это улучшить экологию планеты. За счет чего это происходит? Ну, во-первых, объемы вредных выбросов в атмосферу снижаются в десятки раз за счет снижения потребления энергии и топлива. Уменьшается варварское распределение земли под дороги. Таким образом, сохраняются природные экосистемы, геобиоценозы. Вот
Посмотрите, пожалуйста, возьмите нормативные документы по строительству автомобильной или железной дороги. Эти документы выложены сегодня в свободном доступе. Вы их можете увидеть на сайтах соответствующих организаций. Нормативные документы всегда в открытом доступе. Вы увидите там, что для строительства 1 километра железной дороги или автомобильной дороги потребуется уничтожить 40-50 гектар, до 70-80 гектар на каждый километр, 70-80 гектар прилежащей территории. А представьте себе, если это лес, представьте себе, если это поле, представьте себе, если это населенный пункт. Это страшно. Для строительства трассы Skyway требуется 0 целых, порядки, понимаете, да, 50-40 гектар и 0,1 гектара. То есть не больше, чем пешеходная дорожка. Почему? Потому что на опорах расположен транспорт, то есть требуется только место под опоры. И опоры могут быть разнесены на достаточно большие расстояния. Таким образом, транспорт проходит над лесом, над полем, не загрязняя его, проносясь тихо, практически бесшумно, практически с минимальным уровнем вибрации и с минимальным уровнем опасности для окружающей среды. Вот такой уникальный транспорт, который является на сегодняшний день уже частью экологии, частью окружающей среды, гармонично вписывается и в природу, и в мегаполис. Ну вот моя личная мечта, это следующий как бы этап, это эко-дома. Эко-дома, экологически чистые дома являются частью так называемых линейных городов. Что такое линейные города? Дело в том, что трассы Skyway, проходя в территориях, по территориям, которые раньше были недоступны для освоения, делают их доступными для освоения. Мы там сможем селиться. И мы сможем селиться достаточно далеко от мегаполисов, достаточно далеко от мест нашей работы. И при этом добираться до места нашей деятельности, бизнеса или работы в течение буквально считанных минут или десятков минут, в зависимости от расстояния. И жить при этом в великолепном, красивом, зеленом месте. Почему? Потому что линейные города – это места, в которых отсутствуют дороги, там нет автомобилей. Там нет железных дорог, все коммуникации проходят над землей, включая энергетические коммуникации, включая информационные коммуникации, все это проходит внутри трасс Skyway. И таким образом земля остается нам с вами, мы живем в саду, мы живем в прекрасном лесу, мы живем в месте, которое предназначено для людей, а не для машин. Это линейные города. Линейные города, дело в том, что с опоры Skyway можно сойти с любой опоры, запрограммировать. Поэтому в любом месте может возникнуть вот такое поселение, где экологически чистые дома, построены с применением экологически чистых материалов, естественно, и методов строительства, где энергия берется из природных источников, и где вот эти источники энергии встраиваются в качестве конструктивных элементов оформления, создавая вот невероятно красивые, чистые, вызывающие восхищение экологические дома, которые доступны до строительства уже вот в ближайшее время. Как любого инвестора профессионального, вас, естественно, интересует защита информации, защита интеллектуальной собственности. На сегодняшний день можно сказать, что более чем 132 патента на изобретения, промышленные дизайны и торговые марки защищают интеллектуальную собственность Skyway. И множество разрешительных документов, все необходимые разрешительные документы уже имеются. Skyway является членом Международной организации общественного транспорта. Вот для примера патенты Российской Федерации, Евразийского сообщества, Республики Беларусь, Китая, Японии, сертификаты Европы, европейские, австралийские патенты, сертификаты Мировой организации интеллектуальной собственности и множество других. Они все находятся на сайте, их все можно увидеть, скачать, их все можно проверить, они все занесены в реестры и так далее. Останавливаться на этом не будем, каждый из них вы можете проверить. Естественно, что множество других разрешительных документов существует. Skyway Invest Group является
активнейшим участником разного рода выставочных мероприятий, презентационных мероприятий, и проводит их самостоятельно и участвует в больших выставках международных в Бразилии, в Италии, в России, вот в Беларуси был Экофест, в Джакарте, в Дубаях, в Сингапуре, в Берлине и так далее. На сегодняшний день мы стоим с вами перед переходом с 12 этапа на 13. Что это значит? Это значит, что за 4 года с небольшим, собственно говоря, благодаря усилиям Skyway Invest Group, инвестиционной компании, которая, собственно говоря, обеспечивает инвестирование, финансирование данного проекта, стало возможно то, что 40 лет не было возможно. То, что Анатолий Эдуардович Юницкий пытался создать своими силами. Благодаря доверию более чем на сегодняшний день 400 тысяч инвесторов, это стало реальностью. Стал реальностью вот этот проект. Что значит 12-й уже, собственно говоря, вот 13-й этап? Это значит, что зрелость проекта не вызывает сомнений ни у автора, ни у инженеров продукта, ни у технических экспертов, ни у клиентов потенциальных. Это значит, что производство уже получило все самое современное оборудование для того, чтобы удовлетворить требования первых адресных проектов. Это значит, что в экотехнопарке собраны, функционируют и прошли сертификацию промышленные образцы. Это значит, что система контроля качества проектной организации теперь соответствует международному стандарту ISO 9001-2015. Это сделано с целью снижения финансовых рисков для международных инвесторов, в том числе повышения доходности и продуктивности. Замечательный проект, отличная идея, великолепно все выглядит, фантастика, здорово. Кому продавать? Ну, на сегодняшний день потенциальный рынок по оценке международных экспертов составляет от 35 миллионов километров дорог до 50 миллионов километров дорог в ближайшие 20-80 лет. И вот что это нам с вами дает как инвесторам? Как инвесторам это дает нам с вами невероятное поле деятельности, потому что поле инвестиций здесь на сегодняшний день составляет, вот возможность инвестиций составляет здесь сегодня дополнительно еще от 350 до 500 триллионов долларов. То есть места хватит для всех, абсолютно всем хватит места, дорогие друзья. Кто же, собственно говоря, отвечает за это чудо, благодаря кому идея, рисунки и разработки Анатолия Эдуардовича Юницкого стали реальностью, промышленными образцами и выходят уже на уровень продаж? Отвечает за это чудо Skyway Invest Group. Skyway Invest Group, основная задача которой является вывод нового вида транспорта, безопасного, доступного, высокоскоростного на мировой рынок. Skyway Invest Group является не просто инвестиционной финансовой структурой, это образовательно-инвестиционный проект в первую очередь, и являясь экспертом в области финансирования, он обучит вас в первую очередь сохранять и приумножать ваш капитал, выбирая оптимальные инструменты для вашего портфеля, то есть финансовое и инвестиционное образование, реализуя при этом, естественно, основные цели Eurasian Rail Skyway System, то есть строительство площадки для презентации технологий, осуществление будущих проектов, планируемых Eurasian Rail Skyway System. То есть, по большому счету, все то, что будет происходить в компании, все то, что будет дальше строиться, Skyway Invest Group собирает для этого инвестиции, для того, чтобы люди смогли зарабатывать. Итак, кто, ну, выбор был достаточно, тут даже не вопрос, кто. Выбор был однозначным. Руководителем, генеральным директором этой группы компании Skyway Invest Group стал Андрей Федорович Хавратов. Это молодой, амбициозный бизнесмен, который не только сам инвестировал свои средства в идею Анатолия Эдуардовича Юницкого, но и создал уникальную систему обучение, которое позволяет партнерам Skyway Invest Group получать финансовые инвестиционные знания. И вот именно этот подход позволил в разы
увеличить стабильность инвестирования. Именно этот подход, гениальный подход, он позволил превратить любого человека, который просто перенес несколько долларов или несколько десятков, сотен или тысяч долларов в компанию, превратить его в профессионального инвестора, научить его обращаться с этими деньгами, научить его приумножать эти суммы. И вот именно этот момент, который отличает именно Skyway Invest Group от других, многих других компаний, образование, корень здесь образования, дал возможность этому проекту двигаться поэтапно, четко, шаг за шагом в установленные сроки. Таким образом, давая возможность всем нам с вами увеличивать свой доход, заработок, капитал. Есть множество преимуществ дополнительных, которые в Skyway Invest Group существуют и созданы Андреем Федоровичем Хавратовым. Он не останавливается, создает новые. Обратите внимание, что вот все это развитие, бурный рост, который происходит на наших глазах, оно что-то уже напоминает. Что-то напоминает. Что-то такое мы уже видели. Такой вот невероятный взлет, бум мы уже видели. И есть компании, все их мы знаем, их имена, их не нужно называть, которые за период свой, жизненный свой цикл, за свой период развития обогатили своих инвесторов и дали возможность им обеспечить не только себя, но и всю свою семью, а также своих потомков, возможно, на много-много лет и поколений вперед. Это уже происходило, это уже было, мечты неоднократно становились реальностью. А вот что происходит сегодня прямо перед нашим носом, у нас перед глазами, это то, что технология Skyway оценена независимыми экспертами более чем 400 миллиардов долларов. На более чем 164 миллиарда долларов заключены предварительные контракты на строительство транспортных систем Skyway по всему миру. На самом деле эта информация очень устарела. На самом деле контрактов заключено на гораздо большие суммы. Просто это сегодня уже является коммерческой информацией, коммерческой тайной. К сожалению, мы не можем ей делиться без разрешения, без разрешения Андрея Федоровича Вратова или Анатолия Эдуардовича Юницкого. Но мы точно знаем, что невероятное количество запросов и проектов уже лежат на столе Анатолия Эдуардовича Юницкого. И он выбирает, с какого начать. То есть, друзья, прямо у нас перед носом, прямо у всего мира перед носом уже возникла, существует реальная альтернатива общественному транспорту, которая на 100% безопасна, которая в десятки раз экономичнее современных транспортных систем и намного быстрее. Как же такое стало возможно? Это стало возможно благодаря системе многоуровневого краудинвестинга, где вложение первичное настолько минимально, что любой человек на этой планете может себе это позволить и в рассрочку начать строить бизнес своей мечты, с одной стороны, а с другой стороны информация несется каждым из нас в массы. Ни билборды, ни какие-то там невероятные рекламные акции в интернете, нет. Мы с вами, получая за это, естественно, агентские вознаграждения, являемся той самой силой, которая несет эту невероятную информацию о спасении экологии планеты в жизнь, в массы другим людям. Вот именно это дало возможность подключить любого человека, потому что у любого человека есть 5 долларов в кармане, 10 долларов, 100 долларов, 200 тысяч лишних денег, который он хочет превратить в золото дальше, ну, в кавычках. То есть, дать возможность роста этим деньгам, вложить их интересно. Сегодня более 350, на самом деле уже близко к 500 тысяч людей решили, что вот такие вот доходы могут быть для них интересными. Ну, на самом деле, далеко не каждый человек готов стать сразу долларовым миллионером и готов достаточно работать и трудиться для этого. Всегда есть люди с разными уровнями потребностей, с разными уровнями, с разными запросами. Ну, кто-то приходит для того, чтобы оплатить, скажем, кредит, долги,
купить себе новую машину, или расплатиться за дом, или отправить детей учиться в университет куда-нибудь в интересное место, осуществить свою мечту об образовании, помочь кому-то из больных родственников, или просто поехать в отпуск под пальмами, наконец-таки, раз за 10-15 лет. У каждого свои запросы, свои потребности. Однако всегда в этой аудитории есть люди амбициозные и трудолюбивые, которые при соблюдении рекомендаций, которые они получат здесь на разных этапах обучения, на вебинарах и на очных обучениях, на мастер-профи, в системе образования Skyway Invest Group, эти люди по мере своего роста знаний и их обучения могут, да, реализовать свою мечту и, да, действительно стать реально финансово независимыми или свободными, кто как выберет. Здесь вот, выбрав одну из этих ступенек, вы действительно сможете обеспечить себя невероятным доходом, обеспечивающим вам полную свободу действий. Голова, как говорится, никогда болеть больше не будет. Как же это становится возможным? Это становится возможным благодаря трем возможностям. Первая возможность – это возможность получить финансовое образование. Вторая возможность – возможность стать инвестором с любой суммой стартового капитала. Вторая, третья возможность – это возможность преумножать свой капитал. Давайте каждую из них отдельно рассмотрим. Что такое финансовое образование? У финансового образования есть много уровней глубины, в которые мы можем с вами углубляться. Но уже на первом уровне, получив первые 8 уроков сразу в своем личном кабинете, вы можете научиться, если захотите. Запомните, Skyway Invest Group дает вам возможности, а вы их реализуете. Да? То есть, как говорится, лифта здесь нет, двигаться будете сами. С нашей помощью, естественно. Так вот, первые же 8 уроков дадут вам возможность научиться выстраивать свою собственную стратегию по достижению вашей собственной финансовой независимости. Вы научитесь контролировать свои расходы и доходы правильно. Правильно контролировать свои доходы и расходы. Вы не только узнаете главные секреты богатых людей мира, вы научитесь думать с помощью них, как богатый человек, для того, чтобы, используя всего 10% ваших усилий, получать 100% возможной прибыли из любого дела, к которому вы прикоснетесь. Знаете, есть люди с золотыми руками. То, к чему они прикасаются, становится золотом. Ну и таким образом, на своем личном примере, вы сможете воспитывать детей, ваших детей, с богатым мышлением. А это значит, что у вас больше никогда не будет болеть голова, где они живут, что они едят, как они зарабатывают, во что они одеты, здоровы они или нет, и как они себя чувствуют, потому что у них будет доступ к этим всем ресурсам. Таким образом, по большому счету, вы научитесь получать деньги с помощью знаний других людей, которые у вас находятся в вашем личном кабинете на блюдечке с голубой каемочкой. Как в том хорошем произведении. Все это даст вам возможность получить ощущение защищенности, ощущение финансовой независимости 24 часа в сутки. Следующая возможность – это возможность стать инвестором с любой суммой денег. По поводу этой таблицы только хочу сказать, что здесь дисконты старые. Я специально оставляю здесь старые дисконты. Почему? Для того, чтобы новичкам было понятно, компания, переходя с этапа на этап, с 11 на 12, с 12 на 13, с 13 на 14 и так далее, с 14 на 15, компания уменьшает таким образом дисконты и количество долей, которые вы получаете. То есть по мере того, как проект становится все более реальным, в него вкладывается большее количество денег, и он реализуется, проходит все этапы своей реализации, дисконты падают. Поэтому очень важно здесь понять принцип последнего вагона, в который имеет смысл заскочить. То есть если хотите заскочить, то заскакивать надо сейчас. Тогда, когда вы об этом услышали, не через неделю, не через месяц, не через год. Это совет любого инвестора вам.
любого человека, который когда-либо инвестировал в подобного рода предприятия. Чем раньше вы заходите, тем больше ваша прибыль. Так вот, дорогие друзья, на сегодняшний день любой человек на этой планете имеет в кармане 5, 10, 15, 20, 25, 100, 200, 300, 400 тысяч долларов. Минимальные деньги. Для того, чтобы сделать первую инвестицию и в рассрочку стать владельцем бизнеса мечты. Потому что вы приобретаете доли в реальном бизнесе практически в подарок. И при этом можете построить себе еще и образование, финансовую карьеру. Можете себе получить финансовое образование, инвестиционное образование, образование по строительству многоуровневой структуры. Можете создать себе капитал, немедленный и отсроченный доход. Вау! Ничего себе! И все это вы получаете в тот момент, когда вы подключаете, собственно говоря, к проекту, к инвестиционному проекту. Третья невероятная возможность – это возможность приумножать свой капитал по мере роста ваших знаний. Обучаясь в проекте, обучаясь принципам построения многоуровневой структуры, обучаясь принципам, как нести информацию в массы, при этом не сильно изобретая что-то, потому что все уже давно изобретено, все готово, вы получаете возможность в соответствии с уникальным маркетинг-планом. Это уникальный маркетинг-план, потому что здесь прямые проплаты безо всяких задержек. Здесь нет ежемесячной квалификации. Обратите внимание, здесь напрямую вы уже с третьего уровня получаете в глубину до бесконечности. Это где такой маркетинг-план можно найти, я прошу прощения? Только здесь, в компании. Дело в том, что сетевики меня поймут. Таких маркетинг-планов больше нет нигде, однозначно. Настолько эффективных. У вас нет никаких ограничений в плане строительства структуры. Пожалуйста, стройте на здоровье, все, что вы построите, будет у вас работать. Вот возможность приумножения своего капитала за счет того, что вы получаете агентские вознаграждения за то, что несете информацию, идею об экологическом, об изменении экологии планеты, об улучшении экологии планеты, о проекте, который потенциально может улучшить экологию планеты, ваши условия обитания для вас и для ваших детей, за это вы еще за это вы еще и зарабатываете деньги. Вот за то, что вы несете информацию об этом проекте людям. Значит, дорогие друзья, у нас, как правило, мы всегда в конце задаем вопрос, была ли информация, которая вы сегодня получили, интересной. То, что я вам рекомендую сейчас, пока вот тут слайды загружаются, не знаю, как у вас, у меня они пока загружаются. Я вам рекомендую задуматься на тему «почему». Я вам рекомендую задуматься на тему, почему вы в этом проекте, ради чего вы сюда пришли, что вас сюда привело, какие такие причины, которые привели вас вот к пониманию того, что Skyway Invest Group может быть потенциальным источником решения ваших вопросов. Единственное, что хочу сказать, что здесь вы никогда не остаетесь один или одна. Здесь у вас всегда есть помощь. Есть помощь спонсора. Кто такой спонсор? Ну, по большому счету, это ваш пригласитель или пригласитель вашего пригласителя. Это человек, который заинтересован в вашем успехе, заинтересован в росте ваших доходов, заинтересован в вашем карьерном росте. Скажите, пожалуйста, на том предприятии, больнице, заводе, фабрике, офисе ваш начальник заинтересован в вашем карьерном росте, в росте, у вас коллеги там заинтересованы в росте ваших доходов,
Кто-то вообще заинтересован в том, чтобы мы продвигались каким-то образом? Да нет, ни в коем случае. Наоборот, невероятная борьба идет в обычных местах. У нас здесь все наоборот. Спонсор, человек, который вас сюда привел, заинтересован в вашем. Так вот, спонсор не спонсирует вас деньгами. Спонсор помогает разобраться. Спонсор помогает разобраться, где лежит информация. В личном кабинете есть невероятное количество возможностей. К какой из них обратиться? Какое обучение в первую очередь взять? Куда в первую очередь записаться? Что в первую очередь послушать? Что в первую очередь выучить? Вот спонсор поможет вам разобраться как раз с этими вопросами. Какие ОИПы вам наиболее подходят по вашему финансовому уровню, по уровню вашего инвестиционного мышления, по уровню вашего финансового образования, по вашему желанию что-то с этим делать. Спонсор может вам помочь разобраться и направить в нужную минуту, помочь вам построить нужную для вас наиболее выгодную стратегию. Так вот, дорогие друзья, вот сейчас задумайтесь о том, о чем я вас просил несколько минут назад. Выберите свое почему. Поймите, почему вы сегодня здесь на презентации этого проекта, который потенциально может послужить источником вашего благополучия и нового стиля жизни для вас и для ваших детей. Задумайтесь, почему случилось то, что не бывает случайно. Вы знаете, случайности не бывает. И именно вы получили приглашение или ссылочку какую-то, или объявление попалось вам на глаза. Почему именно вам? Почему вы отреагировали и пришли? Почему у вас произошло это движение душевное и физическое? Что такое у вас там глубоко в душе, что не дает вам покоя и требует ответов, за которыми вы сюда пришли? Потому что вы уже здесь. Вы уже сделали несколько первых шагов на пути к вашей цели, на пути к решению вашему почему и зачем. Я вам обещал рассказать, почему я в этом проекте в самом начале. Ну, у меня много причин. Одна из них это та, что я верю в то, что мои дети и при моей жизни мы сможем изменить этот мир и жить в лучшем мире, в более чистом мире, в более прекрасном мире, в более обеспеченном мире уже при моей жизни и при жизни моих детей. Я верю, что это будет моим детям. Я верю в то, что человечество созрело, человечество готово достойно принять уже этот невероятный подарок. Ну, я надеюсь на то, что меня услышат те, кто уже проснулся. А кто проснулся? Проснулись те, кто находится сегодня на презентации на этой. Я надеюсь также на то, что спящих со временем можно разбудить. И кто их будет будить? Ну, естественно, вы, мы с вами. Вы знаете, я думаю, что достучаться можно до каждого человека. Ну, если не до сердца, то, по крайней мере, до кошелька точно. И третья причина, по которой я здесь, в этом проекте, это любовь. Это любовь к моим детям, любовь к своей жене, к семье, к родителям, к матери, к маме, к матери земле, которая нас родила, которая нас воспитала, которая нас выкормила, которая дала нам все, что нам необходимо, а мы ее убиваем. Дорогие друзья, прежде чем вы ответите, как обычно, как все мы с вами и как все наши гости, на вопрос, готовы ли вы лично финансово поддержать проект «Небесные дороги», вспомните сегодняшнюю презентацию, информацию, которую вы сегодня здесь получили. И задайте себе, в первую очередь, себе вопрос, было ли вам сегодня интересно. Ответьте на него сегодня честно. Вот, дорогие друзья, те, кому было сегодня интересно, поставьте плюсик. Поставьте плюсик в чате, те, кто в вебинаре сейчас. Те, кому было интересно, поставьте, пожалуйста, плюсик. Фантастика, замечательно. Ну, и мы все с вами люди, мы все одинаковые. У нас два уха, два глаза, две ноздри, один нос,
улыбка, руки, ноги, все на месте. И я думаю, что если было интересно нам с вами, то наверняка там одному, двум, трем, четырем, возможно, аж целым пяти людям на этой планете эта информация также будет интересна. Наверняка. Сейчас я вас попрошу традиционно, как мы это делаем в нашем опросе, ответить на вопрос, готовы ли вы поддержать финансовый проект Небесной дороги Skyway. Здесь пунктик первый, да, год уже инвестирую. Второй, срочно рассмотрю эту возможность. Третью, отказываюсь стать совладельцем Skyway. Теперь, дорогие друзья, те, кто не знает, как ответить на этот вопросик, на этот опросик, те, кто не знает, что нужно нажать круглую кнопочку, а потом кнопочку зеленую «Ответ», напишите, пожалуйста, вот здесь в чате, те, кто не знает это делать, единичку для первой опции, готов уже инвестирую, двоечку для второй опции, срочно рассмотрю эту возможность, и троечку для третьей опции, отказываюсь стать владельцем Skyway. 1, 2, 3, те, кто не знают, как пользоваться опросиком, напишите это в чате. Я думаю, что можно закрывать опросик, да, вот мы его закроем. Теперь, как поддержать проект Небесные дороги? Что делать дальше? Что дальше делать? Все очень просто на самом деле. Первым этапом нужно получить доступ ко всем этим ресурсам, то есть к вашему личному кабинету. Доступ к личному кабинету осуществляется с помощью регистрации. То есть заходите по ссылке, присланной вашим спонсором, регистрируетесь и получаете мгновенно доступ ко всем тем возможностям, о которых мы только что говорили на этом вебинаре. Естественно, регистрация бесплатная и не требует никаких от вас финансовых обязательств. Пока изучайте, смотрите. Ну и вы прекрасно знаете, что успешный инвестор работает по плану. И вот этот план будет озвучен, практические рекомендации будут озвучены буквально через 3-4 минуты. На самом деле время презентации начало в 10:30 утра. Но учитывая, что я задержался буквально на 1-2 минуты, я попрошу вас, дорогие друзья, оставаться в аудитории следующие 3-4 минуты, для того, чтобы я смог выпить кофе, промочить горло и продолжить вместе с вами в следующий час рассказать о том, как, собственно говоря, строится ваше счастье, как вы можете реализовать ваши мечты, как вы можете реализовать ваши финансовые планы вместе со Skyway Invest Group. Этому как раз будет посвящен следующий час или больше работы. Дорогие друзья, я с вами не прощаюсь. Отпустите меня, пожалуйста, буквально на 2-3 минуты. И через 2-3 минуты я с вами буду снова в этой аудитории. Единственное, что я попрошу, те, у кого остались вопросы, есть какие-то вопросы, если они относятся к этой теме, сегодняшней теме, я отвечу на них прямо в начале. Если они относятся к теме, скажем, больше строительства бизнеса, то я отвечу на них в конце темы строительства бизнеса, то есть вот через час, в конце этой лекции. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Не отключайтесь, я не отключаюсь. Вернусь в эту аудиторию ровно через 2-3 минуты для того, чтобы снова продолжить. Ресурсы земли.